В Даугавпилсе начался активный сезон дорожных ремонтов. В связи с этим водителей призывают внимательно следить за актуальной информацией и возможными изменениями в организации движения. Самые масштабные работы сейчас ведутся в центре города. На улице Цветокшня параллельно укладке новых трамвайных рельсов перестраивается и проезжая часть. В связи с этим до 28 апреля будет закрыт перекресток улиц Вены и Цветокшня, а до 12 мая участок улицы Цветокшня от улицы Кандова до улицы Спорта. После технологического перерыва возобновилось строительство большой парковки у домов по улице Ятнику 93 и 93А, а также восстановление дорожного покрытия на улице Мира. На участке от улицы Гроднес до улицы Лепаяс идет укладка нового асфальта. В ближайшее время планируется привести в порядок и весь участок до улицы Ятнику. Продолжаются стартовавшие в прошлом году работы по асфальтированию грунтовых дорог. Это улицы Ликсна, Сколос, Пенаню и Стару. В этом году в рамках данной программы планируется привести в порядок также участки дорог на улицах Брянска, Сбазнеицес, Дарза и Айспилсетес, Баускас, а также участок улицы Гроднес. В бюджете 2021 года предусмотрено и финансирование на реализацию программы асфальтирования сквозных дворов. В прошлом году это позволило привести в порядок многие дворы вблизи школы и детсадов на Новом Форштате, в Северном и на Новом Строении. В бюджете этого года на продолжение программы предусмотрено 140 тысяч евро. Самоуправление планирует привести в порядок порядка 5 объектов в разных микрорайонах города. В ближайшее время планируется начать работу на улицах Слоку и Лепу. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, во время проведения которых возможны ограничения в движении, начались на участке улицы Дзелсцелю от улицы Фебруара до улицы Номотню. И в этом году также запланировано на участках улиц Мера, Лела Дарза, Арод и Зелинска. Завершаются также начатые ранее работы на участке улицы Баускас. За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения следите на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.